Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – обычаи и традиции казахского народа. Правописание отрицательной частицы «не» с разными частями речи. Сегодня на уроке вы продолжите изучение обычаев и традиций казахского народа. Познакомитесь с пословицами о традициях и обычаях, познавательным текстом «Обряд Тусал-Кисер» – «Разрезание пут», научитесь составлять информационное письмо, как жанр публицистики. Повторите правописание «не» с разными частями речи. Наш урок я хочу начать с цитаты Махмуда Кашгари. «Слова старших, их наставления не высказываются зря». Сегодня на уроке я предлагаю вам познакомиться с новыми пословицами казахского народа. Первая пословица. Традиция – это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Вторая пословица. Обычай – единственная сила, способная объединить людей. Третья пословица. Если сплочен народ, среди него вражда не живет. А сейчас, ребята, я предлагаю вам знакомство с текстом «Обряд Тусал-Кисер. Разрезание пут». Тусал-Кисер очень символичен, потому что для ребенка с первыми шагами открывается новая жизнь. Начинающему ходить ребенку перевязывают ноги черно-белым шнуром. Он символизировал жизнь с ее непостоянством. Впереди человека ждет много испытаний, и их надо пройти достойно. Его обычно перевязает опытная, многодетная, энергичная женщина. Этим самым она передает ему свои качества. Затем разрезанный шнурок сжигают. Итак, ребята, работа с текстом. Вопрос. О чем повествует текст? Следующий вопрос. Что символизировал черно-белый шнур? Предлагаю посмотреть варианты ответов. Вопрос. О чем повествует текст? Ответ. Рассказ о первых шагах ребенка. Следующий вопрос. Что символизировал черно-белый шнур? Ответ. Он символизировал жизнь ее непостоянством. Впереди человека ждет много испытаний, и их надо пройти достойно. Вопрос. Почему шнур должна была разрезать энергичная, многодетная женщина? Следующий вопрос. Определите тип речи текста. Рассмотрим варианты ответов. Первый ответ. Его обычно перерезает опытная, многодетная и энергичная женщина. Этим самым она передает ему свои качества. Второй ответ – описание. Следующий этап нашего урока – словарная работа. Слова для запоминания. Ритуал, яство. В слове «яство» нужно запомнить сочетание «ст». В этом слове отсутствует согласная буква «в». Предлагаю следующее задание. Напишите информационное письмо о проекте. На казахстанском телевидении был организован кулинарный проект «Бешбармак-шоу». Его целью было не только состязание в приготовлении бешбармака, но и знакомство с казахскими традициями, связанными с его приготовлением, ритуалом подачи на стол. В тексте используйте опорные слова: казахские традиции, уважение к народным традициям, гостеприимство, праздничный стол, казахское национальное блюдо, дастархан, ритуал приготовления, подача бешбармака на стол, беседа за столом. Предлагаю ознакомиться с информационным письмом как жанром публицистики. Уважаемые учащиеся,
На казахстанском телевидении состоится кулинарный проект «Бешбармак-шоу». Проект состоится 27 сентября 2020 года с 9 до 17.00 на казахстанском телевидении. Просим вас ознакомиться с условиями участия в проекте и подтвердить ваше согласие на участие до 25 сентября. Каждый участник проекта может представить до 5 творческих работ, представляющих различную тематику: казахские традиции, казахское национальное блюдо, дастархан, подача бешбармака на стол и другие виды работ. Просьба сообщить о количестве работ заранее. Вам необходимо отправить творческие работы с названием и свои данные на электронный адрес до 25 сентября. С уважением, Оргкомитет. Приложение. Условия участия на казахстанском телевидении. Повторим деепричастие. Задание. Образуйте от данных глаголов деепричастие. С образованными деепричастиями составьте деепричастный оборот. Итак, накрывать, нарезать, приготовить, угощать, собирать, желать, приглашать, наслаждаться, подарить, получать, приезжать. Примеры деепричастного оборота. От предложенных глаголов вы образовали деепричастие и с помощью деепричастия образовали данные деепричастные обороты. Рассмотрим. Накрывая праздничный стол. Накрывая – это деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Нарезав тонко лапшу. Деепричастие совершенного вида, суффикс «в». Приготовив узбекский плов. В этом слове суффикс «в» – деепричастие совершенного вида. Угощая своих друзей. Угощая – деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Собирая красивые цветы. Собирая – деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Желая получить приз. Желая – деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Приглашая на день рождения. Деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Наслаждаясь поездкой. Деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Подарив улыбку. Подарив деепричастие совершенного вида, суффикс «в». Получая удовольствие от работы. Получая деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Приезжая в Алматы, деепричастие несовершенного вида, суффикс «я». Следующий этап нашего урока – правописание отрицательной частицы «не» с именами прилагательными. Существует два способа – слитное и раздельное. Слитно прилагательные пишутся, если не употребляются без «не». Например, «ненастный», «ненавистный». В данном случае «не» мы пишем слитно, потому что они входят в корень слова. Второй случай – если слово с «не» можно заменить близким по значению словом без «не». Например, «небольшой» – синоним к этому слову «маленький», поэтому мы пишем слитно. «Неплохой» – мы тоже пишем слитно, потому что можно подобрать синоним слова «хороший». Раздельное написание. Первый случай. Если есть или подразумевается противопоставление. Рассмотрим предложение. «Небольшой» а маленькие. В данном случае небольшой мы пишем раздельно, потому что в предложении есть противопоставление с союзом «а». Неплохой, а хороший. В данном случае то же самое. Неплохой мы пишем раздельно, потому что в предложении есть противопоставление с союзом «а». Второй случай. Если противопоставление подразумевается и отрицание усиливается отрицательными местоимениями и наречиями. Третий случай. Рассмотрим слитное написание. При наличии слов «очень», «весьма», «крайне», «в высшей степени», «совершенно», «вполне», «почти», «отчасти», «совсем», «чрезвычайно». И третий случай раздельного написания. Мы должны запомнить, ребята, эти слова. «Отнюдь не», «нисколько не»,
вовсе не, далеко не. Рассмотрим с примерами. Отнюдь неверная, нисколько не радостная, вовсе не трудная, далеко не интересная. Предлагаю рассмотреть правописание не с именами прилагательными на конкретных примерах. Слитное написание. Небрежный, неряшливый. В данном случае мы пишем слитно. Вам нужно выделить корень. В слове «небрежный» у нас корень будет «небрежен». «Неряшливый» – корень «неряш». Второй случай. «Недобрый» мы пишем слитно, потому что можем подобрать синоним «злой». Не выступает в роли приставки. «Нехороший» мы тоже пишем не слитно, так как можем подобрать синоним «плохой». Не выступает приставкой. Рассмотрим раздельное написание с примерами. «Невеселый», а «грустный». «Невеселый» мы пишем раздельно, потому что в предложении присутствует противопоставление с союзом «а». И примеры. «Далеко не», «вовсе не», «ничуть не», «нисколько не». Пример. «Вовсе неглубокая река». В данном случае эти слова, ребята, нужно запомнить. А теперь рассмотрим правописание отрицательной частицы «не» с деепричастиями. Частица «не» с деепричастиями, как и с глаголами, пишется раздельно. Например, «не слушая», «не смеясь», «не искупавшись». Исключение составляют деепричастия, не употребляющиеся без «не». Например, «ненавидя», «негодуя». Ребята, повторите данные деепричастия, которые без «не» не употребляются. «Негодуя», «ненавидя», «не взлюбив», «недоумевая». Задание. Раскройте скобки в данных словах. Ребята, проверьте себя. В данных примерах отрицательная частица «не» с деепричастиями пишется раздельно. Например, не ответив, не перебивая, не двигаясь, не дыша, не переставая читать, не находя, мы отрицательную частицу «не» с деепричастиями будем писать раздельно. Исключением из правила является слово «негодуя» в четвертом предложении. «Негодуя» пишется слитно, так как без «не» не употребляется. Лексический смысл слова теряется. Итоги нашего урока. Сегодня на уроке, ребята, вы ознакомились с обычаями и традициями казахского народа. Узнали об обряде тусау-кесер, что означает «разрезание пут». Составили информационное письмо в публицистическом жанре. Научились образовывать от глаголов деепричастия и составлять с ними деепричастные обороты. Повторили правописание отрицательной частицы «не» с именами прилагательными и деепричастиями, а также повторили словарные слова. На этом урок наш закончен. До новых встреч!